Вот таким ярким выступлением чирлидеров открыли торжественную линейку для первоклассников школы «Лидер» в Химках. Более сотни учеников в этот день знакомятся друг с другом и, конечно, с преподавателями. Школа – это не страшно, не сложно. Это целый новый мир. Не только мир знаний, мир открытий, мир проектов. Вы здесь столько посмотрите и столько интересного узнаете, что каждый день для вас будет интересен. Интересным для новоиспеченных учеников школы «Лидер» учителя сделали и этот первый день. Танцы, песни, чтение стихов и, конечно, главная традиция – звонок от первоклассника. Для одних школьников он был первым, другим сулит перемены, взросление и прощание с любимыми учителями. В новом учебном году перемены пришли и в саму школу. Почти весь третий этаж переоснастили под образовательное пространство IT-куба. Это часть национального проекта «Образование». Полностью отремонтирован третий этаж в рамках подготовки к открытию IT-куба. То есть полностью обновлено брендирование в стиле этого проекта, потому что очень жесткие методические рекомендации к тому, как это должно выглядеть. Цель – развивать IT-компетенции детей по самым передовым направлениям. Работа с большими данными, языками программирования, мобильными разработками, создания виртуальной реальности. Во всех этих дисциплинах смогут попробовать себя дети с 10 лет со всего городского округа. Младшие будут только знакомиться с IT, а старшеклассники – осваивать, по сути, университетский курс. Программа не детская. Вместо контрольных – участие в олимпиадах и хакатонах, решениях реальных задач от настоящих IT-гигантов России. Прямо сейчас у нас уже есть два технологических партнера. Это компания «Робоинтеллект». Мы вместе с ними будем заниматься, да, развитием робототехники, а также лаборатория Касперского, да, и с направлением информационной безопасности. Большинство проектов носят командный характер с жесткими сроками. Все как на настоящем цифровом производстве. За победы в подобных конкурсах учеников ждет не только денежное вознаграждение, но и дополнительные баллы к ЕГЭ. А в некоторых случаях и вовсе поступление в вузы вне конкурса. У нас появился такой проект в образовании, потому что для нас главная задача, чтобы вы не получили хорошие оценки и знания там отдельно в математике, отдельно в русском языке, кто-то химия, кто-то физика, а чтобы ваши знания уже адаптировались и начинали направление будущей профессии. Помимо IT-куба, в этом году создали так называемый прокурорский класс. Старшеклассники будут углубленно изучать историю обществознания и на практике познакомиться с работой надзорного органа. В дальнейшем школьники смогут заключить целевой договор с прокуратурой и поступить в профильный вуз. Сервер Бикмамбетов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.